Друзья, вы на канале Adventure Team, с вами Устим, и сегодня у нас будет тренировка на моем трековом велосипеде. Давненько я уже не вкручивал сотни километров на своем фиксе, вернее не сотни, а соточку хотя бы, уже забыл, что это такое, как это страдать на фиксе. Вот, тренировка 150-180 километров на обычных великах, таких как Pride Rox Tour, для меня это норма. Вот, но сегодня вспомню все-таки, что такое фикс и как на нем ехать не только на работу и не только по лесу кататься, но еще и кататься на дальнике. Так как у нас в жизни пока ничего не происходит, вот, пока с Устимом снимаем такие влоги ни о чем, о своих тренировках. Вот. У Устима уже велосипед едет, уже 100%, уже даже нам фотографии с Польши показывали. Я думаю, сегодня-завтра он уже будет у него. И на май. На май у нас намечается много хорошего контента. Я еду кататься по Германии в середине мая. Поеду во Франкфурт, оттуда на велосипеде в Мюнхен. Покатаюсь по столице Баварии, потом где-нибудь вокруг Мюнхена покатаюсь, там много прикольных мест, там вдоль Изара покатаюсь, речка такая. Вот, и вернусь обратно. Почему я поеду на этом велосипеде? Вообще, я думал, конечно, может и на Прайде поехать, но все-таки решил на этом. Почему? Потому что я, наверное, возьму с собой палатку. В общем, я постараюсь подготовиться и взять с собой все то, что я буду брать на Нордскейп, чтобы попробовать, каково оно, не тяжело ли, ничего ли лишнего с собой не взял я. В общем, как-то так. В общем, тестовый заезд будет. Вот. Хотел сказать, почему именно по Германии. В общем, я собирался вообще-то катнуть из Ужгорода в Будапешт. Одной ходкой жахнуть 400 километров. Вот, ну такой приветик. А, но друг, к которому иду в гости, меня отговорил это делать. Типа, чувак, сколько можно по этим деревням венгерским кататься? Там ничего прикольного. Приезжай в Баварию, здесь столько мест красивых. Но это правда. Вот поэтому я придумал себе такой небольшой маршрут. Я еще искал билеты просто дешевые на самолет. Вот. И мне, в принципе, за 3000 гривен обошлись билеты в две стороны вместе с велосипедом. Но это типа такая редкость. На самом деле, не часто попадаются такие билетики. Поэтому я одену его в сумке, возьму с собой палаточку. В общем, все то, что я буду брать с собой на Нордскейп, все, что я предполагаю с собой взять, я с собой возьму и попробую. За моей спиной школа, как в Гарри Поттере. Дизайн. Интересный замок такой. Итак, сегодня у нас воскресенье. Дороги должны быть пустые. Я хочу выехать куда-нибудь за город. Проехать 100, может быть, чуть больше. Проезжаю по Крещатику. Сегодня воскресенье. Странно, что его не перекрыли. Обычно здесь пешеходная зона. Сегодня, как видите, автомобили. Я очень часто говорю слово фикс. Оказывается, не все наши подписчики понимают даже, что это такое. То есть я сейчас остановлюсь, покажу. Итак, господа, что такое фикс? Вот велосипед. У него одна передача. И она фиксированная, то есть педали крутите назад, либо вы педали крутите вперед, велосипед все равно едет. Это не такой велосипед, как Украина, или вот наподобие с тормозной системой задней, там где ты просто нажимаешь ногой сзади и блокируется колесо. Нет, здесь колесо крутится все время, то есть вы усилиями ног должны поймать колесо на большой скорости, должны поймать колесо и усилием ног затормозить. Для этого вам нужны действительно здоровые ноги и определенная техника. И на таком велосипеде я уже катаюсь около 10 лет. Держи, меня панда тут напрягает, какая-то стоит. Хопа! Смотри, лицо сразу спрятал. И вот, кстати, с Устимом джерси себе еще взяли в крафте. Как раз на такую погодку. Там 14-20 градусов, то, что нужно. Она не сильно холодная. Вот, ну и не сильно жаркий, ну такая как раз идеально. Ну то есть с карманами сзади все как положено. Ну и цвет оранжевый как раз к моему бате.
Ладно, поехал дальше, потому что я сегодня проехал всего-навсего 31 километр, а мне у меня по планам сегодня 107. А сейчас начинается самое интересное, брусчатка. Каждый день я еду по дороге к себе на работу, по вот этому маршруту. Многие там что-то рассказывают. Во-первых, как можно подниматься на фиксированной передаче вверх на гору. Я вам хочу сказать, что это вообще не проблема, а больше проблема спускаться. Вот. А еще большая проблема, так, наверное, практически никто не делает, на вот этих вот тонких колесах спускаться по брусчатке. Камеру сейчас будет трясти, но я полностью спущусь всю брусчатку до самого низа. Первый раз, когда я спускал брусчатку, было, конечно, тяжело. Но вот уже сейчас я, наверное, раз в десятый ее спускаю. Я уже даже не чувствую. Труханит, конечно, нормально, но уже руки и все остальное привыкли. Чем быстрее скорость, тем легче вам спускаться по брусчатке. Смотрите, кого я встретил. Сзади едет Йоха на работу. Немножко опаздываю. Я еду на тренировку. Воу. На фиксе. Да. Красиво у тебя стоит. Да? Very Jersey красиво. У тебя тоже такая есть. Привет. Привет. Смотри, что у меня для тебя есть. Дай. Дай, 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 дай. Охренеть. Это наши новые педали. Мы избавились от Шимана. И у нас новые вот такие вот луки. Сейчас пойдем в магазин, распакуем педали и, короче, поеду катать. А я на работу, пока. Приехал в наш магазин. Сейчас я зайду, возьму с собой футбэк, потому что у меня некуда крепить воду. Возьму с собой футбэк, возьму камеру запасную и лопатки. У меня этого всего нет. И посмотрю, что там Йохан за педали принес. И еще там, кстати, кое-что есть интересное в магазине. Вот Коля сидит. Привет, Коля. Там ну что ты стесняешься? О, смотрите, реклама понеслась. Короче, приехал я сюда еще за вот этими штуками возьму парочку. И магнезию брать не буду, потому что не буду подыхать. Вот, короче, Коля это обладатель футбэга, который мне нужен. Я думаю, он не зажлобится и даст мне его на одну тренировочку. Да, Коля? Ай-яй-яй-яй-яй, это твои будут. Упаковочку мне законтачил. Слушай, они вообще легкие, легкие, попробуй. Ой-ой-ой. Все, комплектовался велосипед водой. Встретимся километров через 20. Заехал в это село Прот. Смотри, чистое, ухоженное, все покрашено. Дырок в асфальте нет, бордюры белые. Ну как, не знаю, в Словакии где-нибудь, в Венгрии, в Польше. От кого это зависит? От людей? Чуть-чуть председатель колхоза. Ровный парень, наверное. Фу. А тут вообще как в Норвегии или в Швеции. Не знаю, где это я. Потом на карте можно будет посмотреть в конце видео. Но здесь реально круто. Машин нет, воздух чистый-чистый. Вон, едет на все четыре стороны. Раз, два, три, четыре. Интересно, собака гопник или нет? Ты гопник? Нет, интеллигент. Кстати... Иногда покупаю себе гели. Вот честно, пока не пойму, помогает они или нет. Но бывает за тренировку парочку съедаю.
проехал я первые 30 километров. В принципе, я никак это не ощущаю, но отдыхать все равно нужно. Каждые 30 километров я буду останавливаться минут на 10-15, наверное. Что по поводу езды на велосипеде с фиксированной передачей, то я вам хочу сказать, что по ровной дороге это идеальный велосипед. И ты едешь, разогнал его до определенной скорости, и дальше педали уже крутятся сами. То есть вам всего лишь нужно будет помогать немного себе. Да, конечно, каденс трудно регулировать, когда вы поднимаетесь вверх, куда-нибудь апхил какой-нибудь есть, согласен, да, тут как бы приходится напрягаться. Но вообще по ровной дороге, вот по такой, ну, идеального велосипеда нет, по крайней мере для меня. Мне вот очень нравится на нем тренироваться. Жду, конечно же, свой карбон, но я думаю, что если бы фикс был еще не такой тяжелый, как у меня весит где-то 8 килограмм, а был бы карбоновый, с карбоновыми колесами, средняя была бы, наверное, 35 все время. Вот я уже проехал 46 километров, то есть это уже 90 километров, потому что домой я буду возвращаться на велосипеде. Так, что хотел рассказать? Хотел рассказать один небольшой лайфхак. Какая дорога не очень. Один небольшой лайфхак. Когда вы едете и у вас немеют пальцы, если кто не знал, то нужно делать вот так вот. Не ждите, когда сильно у вас онемеет прям вся рука. Сразу же. Сразу же, особенно когда вы ездите на дальники, моментально выгибайте пальцы в другую сторону. Потому что я уже когда-то один раз так доигрался, когда мы ездили в Будапешт с Йоханом. И потом я месяц не чувствовал двух пальцев на одной руке и двое на другой. Вот. Итак, 60 километров я проехал, хотел на берегу моря посидеть, но здесь уже это было невозможно. Смотрим. Так, 60. 60 проехал. Есть у меня еще 5 минут на то, чтобы отдохнуть. Я выпил половину полторушки. Если кому интересно, какой расчет у меня здесь по звездам, то спереди у меня стоит 48-я звезда, сзади 18. Этот расчет, извините за тавтологию, больше рассчитан на городскую езду. То есть с такими звездами намного легче поднимать апхилы. Очень большое значение также имеет комфорт при тренировках, это ваша одежда. Вот такая джерси, я их никогда не использовал, всегда катался в КБшках, но вот я сейчас еду, чувствую, немного вспотел. Остановился, буквально 5 минут и все, и она опять сухая. Очень круто, используйте всегда технологичную одежду. Ну и, конечно, меня сегодня спасает футбэк. Футбэк, в котором я провез свои 1,5 литра воды, и в который можно положить как бы пауэрбэнк и там еще какие-то вещи, карточки и все остальное. Кармашки для этого вот здесь, везде есть. Ну и седло. Седло у меня стоит здесь хорошее от бренда BBB. Стоит седло шоссейное, мега комфортное, оно достаточно широкое. Поскольку я не маленький мальчик, мне оно удобно. Вот, и сейчас я действительно ехал и очень скучал за своим карбоновым бруксом, который прогибается. То есть уже 1000 раз рассказано, перерассказано о том, что брукс делается по технологии такой, что вот эта вот верхняя часть, неважно в каком седле, вот эта верхняя часть, она гнется настолько, насколько нужно вашему телу. Там оно, каучука, полностью выгибается. И карбоновые рейлы, конечно, тоже очень спасают. На карбоновом бруксе я буду ехать марафон, конечно. И не первый раз я слышал о том, что карбоновые рейлы у многих людей лопаются. Когда я это сказал производителю, он сказал мне, ну, посмотрим, говорит, ты правильно закрути его, потому что чаще всего у людей, у которых лопались карбоновые рейлы, вот эти, они были перетянуты. Так, ну все, отдых мой закончился. Сейчас я буду выдвигаться. На часах 1 часа дня, 60 километров, чтобы доехать домой. Но я сейчас вернусь обратно еще на магазин.
оставлю там футбэк, я оставлю камеру запасную, которую брал с собой. Реально удивительно. Просто никого вокруг. Ни одна машина еще не проехала. Даже странно. Идешь среди леса, по хорошей дороге, и никого. Точно как где-нибудь в Скандинавии. Удивительно. Остановился немножко пройти, а то мне что-то палец онемел на правой ноге. Немножко попустил кроссовок и решил пройтись 100 метров. Шут меня завел на гравий. Жалко, у меня покрышки 32. Блин. Ну ничего. Камни из-под колес просто выстреливают один за одним. Ох. В общем, сейчас должна дорога эта закончиться. Куда-то направо. Вот здесь бы на прайде на 29 колесах. Ух! В самый раз. Что-то жарко, кстати, стало. Выехал к дороге. Теперь я понял, где я нахожусь. Вот на этой горке в прошлый раз я сидел, записывал влог, там, где я рассказывал, что там шлем купил новый, там туда-сюда. Вот я с той дороги сюда заезжал, тут же еще снега было, дофига грязь. Теперь ясно, куда эта дорога. Кстати, прикольный маршрут. У кого МТБшки или колеса не такие, как сейчас у меня, отличный местяк покататься. Итак, 60 километров проехал. Совсем не устал. И даже немножко уже совсем ощущение, что сейчас лето. Там реально жарко. Нет, это время наступило. Зима просто так стала в этом году. И теперь небольшой спойлер. Совсем скоро я со своей женой Машей отправлюсь в путешествие. Мы поедем из Праги в Берлин. Там будет порядка 400 километров. И мы будем ехать 4 дня. Будем ехать по 100 километров в день. Это будет очень интересно для тех людей, которым кажется, что 100 километров в день, ну, это небольшое расстояние. Моя Маша поедет практически без подготовки. И вот посмотрите на ее комментарии. Еще один момент. Вы часто спрашиваете, почему мы не ездим по Украине. Смотрите, тут такой момент. Когда мы уезжаем за границу куда-то, мы попадаем как будто бы в другой мир. Мы смотрим на других людей, на другую культуру, там, на другую архитектуру, то есть вообще все по-другому. То есть нам интересно в первую очередь поехать посмотреть на людей и на то, как они живут. И немножко перезагрузиться от вот этой вот рутины, которая здесь. А если мы будем ездить и путешествовать по Украине, ну, достаточно того, что люди просто разговаривают на нашем языке, то есть, который мы понимаем, на украинском, на русском языке. Вот. И, в принципе, уже чувствуется комфортность какая-то. Потому что, когда ты выезжаешь туда за бугор, там люди разговаривают на разных языках, смотря в какую страну ты поедешь. И от этого уже как-то ты выходишь из зоны комфорта, это уже какое-то приключения в плане того, что договориться с людьми там на английском, плюс еще наш английский такой себе ломаный. И это всегда интересно, даже какие-то там бытовые вещи, они превращаются, ну, не знаю, опять же, в те же приключения, да? Кстати, насчет смазки, смув. Вот я поставил новую цепь, уже 400 километров, цепь намазюкал смувом. До сих пор работает тихо-тихо. Так вот, цепь работает тихо-тихо, и типа когда ее трогаешь руками, да, она немножко грязненькая стала, то руки грязные, естественно, но любой тряпочкой вытираешь, и все, они опять чистые, потому что, например, обычную смазку просто так не оттереть. Так вот, 400 километров и тишина в трансмиссии, никаких звуков, тихо-тихо работает. Короче, я от смазки смув в восторге, поэтому теперь я рекомендую ее всем
полной уверенности. Так, ну что, все, я проехал 120 километров сегодня на фиксе. Хочу отметить, что это были самые легкие 120 километров в моей жизни. Ну, я без приколов говорю, это серьезно. Очень легко ездить на фиксе, повторяюсь, особенно по ровной дороге. По ровной дороге это вообще идеально. Когда уже обратно ехал, здесь были подъемы большие. Там, конечно, я уже вставал, шел пешком, мне уже просто надоело. И уже сил таких нету, чтобы апать очень быстро. Если кто-то хочет не в одиночку попробовать проехать 120 километров и попробовать проехать их не в Украине, а за границей, милости просим. В первых числах июня мы набираем группу в Словакию, как всегда. И в первых числах июля тоже организовываем поездку. Может быть, даже по две в месяц будет. Пока на первые числа первых двух месяцев летом. Ну, я думаю, на этом все. Пишите в комментариях, был ли у вас опыт езды на фиксе, зашло вам это или нет. Вот. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!